все вам очень рады, Ли. Ну, я подозреваю, что не очень. Доктор, это Ли Уэзерс из управления. Мне нужна всего лишь информация насчет Морган. Морган — наша третья подопытная и первая победа. Она воплощает новый виток эволюции. Создана на основе синтетической ДНК. Через месяц ходила и говорила. Через полгода превзошла наши самые смелые ожидания. Расскажите об инциденте, если не затруднит. Ею овладело бешенство. Между нами царила гармония, но ее снова запихнули в изолятор. Тебе немного грустно, Морган? Да. Тебе здесь нравится? Да. А что же именно? Здесь мои друзья. А с тобой по-дружески обращаются? Нормально, по-твоему, когда друзья тебя запирают в клетке? Что бы ты сделала, если бы я рекомендовал им тебя отсюда не выпускать? Или вовсе бы велел уничтожить? Все, хватит. Отвечай! Что бы ты сделала? Где Морган? Полная изоляция через. Вы не понимаете. 10. Морган все еще развивается. 9. Все, кто в этом здании, в опасности. 8. Ее придется уничтожить. 7. 6. Не бойся. 5. 4. 3. Стой! 2. 1. Я чувствую, что нашла себя.